Добрый день. Меня зовут Андрей Добрунов, я являюсь директором компании Amber House. Amber House на сегодняшний день является компанией, основной задачей которой оснащение камнеобрабатывающих производств высококачественным, высокоточным оборудованием, инструментами и расходными материалами для камнеобработки, для обработки натурального и искусственного камня. Мы работаем только с известными европейскими поставщиками оборудования, инструментов и расходных материалов. Сотрудники компании Amber House постоянно находятся в поиске тех товаров, которые отвечают основным критериям эффективности вложений. Это высокому качеству оборудования, оптимальной цене, долгому сроку службы оборудования, инструменты расходных материалов. Менеджеры компании, менеджеры отдела продаж компании Amber House постоянно проходят плановое обучение, что обеспечивает им высокий профессионализм. Соответственно, менеджеры компании Amber House готовы проконсультировать покупателей не только по вопросам и параметров инструмента, но и по технологиям обработки натурального и искусственного камня. Добрый день, меня зовут Юлия Гончарова, я менеджер по продажам компании Ravelli. Наша компания начала успешное сотрудничество с компанией Amber House, которая станет нашим пунктом на российском рынке, нашим опорным пунктом на российском рынке. Компания Ravelli находится на севере Италии. Мы производим следующие виды оборудования: обрабатывающие центры с числовым программным управлением, мостовые пилы с ЧПУ и станки для гидроабразивной резки. Наше оборудование отличается своей надежностью, точностью и в производстве и высоким качеством производимых изделий. Кроме стандартной гаммы многофункциональных центров с числовым программным управлением, мы предлагаем также специальные станки, разработанные нами для производителей памятников. Обращайтесь в компанию Amber House за информацией по поставке нашего оборудования. Спасибо за внимание. Также компания Amber House поставляет обрабатывающие центра и другие виды оборудования с числовым программным управлением. Это такие виды станков, как мостовые пильные станки, фрезерно-гравировальные станки, патографы, центра с числовым программным управлением для полировки каменных слэбов. Компания Кобальм является также высококачественным поставщиком станков с числовым программным управлением. Единственное, что имеет более стойкую структуру, соответственно, в основном применяется не для производства памятников, а для производства и обработки плоскостных видов камня натурального и искусственного. В основном применяется для обработки столешниц, слэбов и нанесения неглубокого барельефа. Также, что немаловажно, что компания Amber House основной своей задачей рассматривает вопрос комплектования российского рынка обрабатывающими центрами с числовым программным управлением и всеми необходимыми видами инструментов, держателей для инструмента, присосками для обрабатывающих центров и всей пневмофурнитурой для таких видов станков, как обрабатывающие центра с числовым программным управлением, мостовые пилы и так далее. Мы сотрудничаем с таким известным поставщиком инструмента алмазного. Это фрезы, сверла, фрезы для формирования раковин и так далее. Это известный поставщик такой, как компания ADI. ADI находится в городе Тиена в Италии и более уже 40 лет является лидером в данном виде производства алмазного инструмента. Что немаловажно, что мы сотрудничаем с компанией ADI на эксклюзивном контракте на территории России, начиная с прошлого года. Относительно конусов и присосок, мы работаем с такими известными поставщиками, как компания SRD и GNC. Компания SRD является поставщиком конусов для таких видов обрабатывающих центров, как Денвер, Интермаг, CMS, Лимбана, Бреттон, Бавилони, Кобальм и, конечно же, компания Равелли. Компания GNC Механика – это производитель высококачественных присосок для обрабатывающих центров, а также держателей для конусов и пневмофурнитуры. Компания Amber House в связи с тем, что работает напрямую с данными видами поставщиков, имеет очень выгодные предложения по цене, поэтому рекомендуем вам обращаться, уверена, что цены вас удивят. Начиная с начала прошлого года, компания Amber House плотно сотрудничает с известным поставщиком и производителем дисков для раскроя камня натурального искусственного, а также для
производство и изготовление дисков для обработки в строительной индустрии. Значит, диски Work Diamond – это диски очень высококачественные, отличаются долгим сроком службы, стойкостью, точностью раскроя, корректностью реза, бесшумностью. До прошлого года фактически диски Work Diamond работали только на территории Италии, потому что компании было достаточно, чтобы там, работать на территории Италии для удовлетворения своих потребностей. Но с прошлого года компания Work Diamond все-таки вышла на рынок российский, чему мы стали очень рады. Многие покупатели уже попробовали качество компании Work Diamond и оценили, что по большинству параметров, по таким показателям, как качество раскроя, частота раскроя, стойкость и долгий срок службы, являются зачастую выше, чем у самых элитных премиум-класса дисков. Поэтому также предлагаем вам обращаться в нашу компанию по ценам. Цены очень приемлемые. Уже более 7 лет компания Amber House сотрудничает с известным производителем по производству вакуумных подъемных устройств компании Rignetti. Компания Rignetti более 20 лет производит оборудование, вакуумные подъемные устройства для монтажа сэндвич-панелей, для перемещения стекла, стеклопакетов, для перемещения изделий из дерева. А что немаловажно, то что производит вакуумные подъемные устройства для работы с камнем. В связи с тем, что камень является тяжелым материалом, перемещать зачастую его довольно проблематично. Качество оборудования Rignetti оценило огромное количество производств, в связи с тем, что уже более чем 100 производств по территории Российской Федерации приобрели данное оборудование. За 7-летний период не было фактически ни единой поломки данного оборудования. Единственное, что зачастую к нам обращались только по вопросам технического обслуживания данных станков. Станки отличаются не только качеством изготовления, но самое важное, что отличаются надежностью, в связи с тем, что все комплектующие данного оборудования, они только европейские. У компании Rignetti применены системы безопасности. Это клапана безопасности механические, известного итальянского производителя компании Festa, а также клапана электрические, известного японского производителя компании Komatsu. Подъемники могут работать от аккумуляторов, то есть являются автономными, применяются и подвешиваются на кранбалки либо на краны, а также могут работать от пневматики или электричества. По ценовым категориям Rignetti в настоящее время является лидером на российском рынке по цене и по качеству изготовления. Аналогов такого оборудования с такой ценой найти на российском рынке невозможно. Поэтому обращайтесь в компанию Amber House. Мы готовы всегда вам помочь по вопросам комплектования вашего производства высококачественным вакуумным подъемным устройством компании Rignetti. Также компания Amber House сотрудничает с известным итальянским производителем устройств для монтажа каменных изделий или каменных слэбов, для перемещения каких-то слэбов. Это известный поставщик тележек компания Golia. Golia производит различные виды оборудования для перемещения различных изделий, таких изделий или материалов, как стекло, камень, дерево, применяется для перемещения европалет и так далее, и так далее. Отличается легкостью перемещения, может перевозиться в минивене, там, в газели, там, ну, каких-то иных видах оборудования. Один человек справляется с тем, чтобы можно было данное оборудование загрузить в автомобиль и переместить его на там, необходимое расстояние. Существует, что немаловажно, это существует огромное количество различных моделей. Здесь представлена модель Golia EVO 4500. Это та модель, которая может поднимать на высоту до 4,5 метров, грузоподъемность 280 кг. Компания Golia производит оборудование, которое может поднимать на высоту до 8 метров и, соответственно, грузоподъемностью до тонны. Но это будут немного иные модели. Поэтому для того, чтобы сделать вам оптимальное предложение интересующей вас модели для установки слэбов или изделий, предлагаем вам обращаться в нашу компанию. Мы обязательно вам подберем то оборудование, которое будет соответствовать всем вашим пожеланиям.
каждым месяцем количество посетителей сайтов компании Amberhouse увеличивается. Ежемесячно в компанию Amberhouse поступает более 5000 звонков по вопросам комплектования производства оборудованием, инструментом. Компания Amberhouse обеспечивает бесплатную доставку оборудования, инструментов и расходных материалов по Москве и Московской области, а также до московских представительств транспортных компаний для реализации отправки в регионы. Стратегия персонального подхода к каждому клиенту является основополагающим залогом развития нашей компании на будущие годы. Также мы работаем для того, чтобы вам было удобно и комфортно работать, а также надежно работать с компанией Amberhouse. Спасибо большое.